Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Сейчас попрет. Да. Сейчас пойдут чевов наказывать за их поведение. Дед, привет. Позвони люди, скажи, что он купил твоего черного приворудия 2009 года. Дед, сука, им объясняешь умные вещи, они он что делают. Сука, это, как говорится, есть такое, дед, как говорится. Привет. Давайте, остановите сетёк? Самолет, я сойду. О, вот этого тоже прикрыть. Вот этого вообще надо в дурку отправить. Вот посмотрите, какой раньше был мужик. Раньше спортсмен, сука, был, а сейчас хуйло. Евгений Плющенко. Лучшее выступление. Катался пацан, понял, радовал людей. А сейчас посмотри, что стало. Пердло ебаное. Да. Батуа не буду приглашать в игру, потому что он начал долю донатов просить. Когда? А! Батуаша, понял? Он же сейчас зазнался. Как начал рэп свой делать, так зазнался. И раньше он как Валера, привет. А сейчас, знаешь, приходит такой, типа, такой, ну чё ты? Типа, ну чё ты? Ну хуй, зазнался, как рэп начал делать. Валерочка, Валера, ты здесь, да? Вот так вот. Вот этот человек называется зазвездился. Говорит, с тебя проценты, типа, понял, за поток. Я говорю, слышишь, дорогой, ты не попутал, говорю. А он мне вот чё. Ты с кем заскакиваешь, собака сутулая, блядь. Когда? Да, Батуашин, да. Когда? Он знает, когда? Так он ещё чё заявил, когда? Знаешь чё? Когда? Он говорит, не называйте когда? Меня больше МС Батю. Давно на типа, твоей я МС Чухан. Спасибо, Тречу, спасибо, что брат. Нарезает самое лучшее. Самое хуевое, этот пи***р нарезает. Все самое лучшее остается вот на этом канале. Он этого заслуживает. Тебя смотрит подарян ему. Чего, блядь? Я в шоке, если честно. Кто я подставил Батуа? Да? А ничего, что у меня бензин закончился? А? Ничего? Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Вот видишь, он говорит, донаты верни, забирай. Утром с Виталией развлекаюсь. Денис. Тот самый, да? А? Ой. Опа, привет. Зараза. Да. У, сука.
Да, ситуация, конечно, критическая. Да. Да. Блядь. Сука, пидыра. Ай, блядь. Да. 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 Пока. Батлар был нормальный пацан, как и Плющенко в свое время. Да. А сейчас поплыл чул от своего рэпа головного мозга. Да, да. Совсем рэпанулся на старости лет. Да, да. Да, точно. Да, Батуаша. Все с тебя в шоке. Да. Да, да. Вот что деньги с людьми делают. Как начал рэп делать, сразу сознался, гад. А? Скуфи! Блин, а где моя Лолочка, красавица? А я знаю, где она. Ой. Да? А ты ж умрёшь сейчас. Ой, Батуаша стоял. Да? Хотел, наверное, что-то сказать, а что-то звука не было. Наверное, опять хотел меня, типа, донат просить, типа, процент. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, сука. Да. Ну что, Батуа? Это тебе, ото, сука. Да, Коленька? Да, ситуация напряженная чуть-чутки. Страшно, а в чем замес? Я пропустил начало. Я с тобой буду стримить. А вообще, это что надо бы устроить в секретном чатике, чтобы как вывести тебя, Батуа, самого спокойного. Да, деда, ебать ты попушь, ну тупо попушь. Я не мужчина. Не, а что ты хотел? Человек находится с тобой весь стрим, тратит свое время. Естественно, нужно делить донаты хотя бы 90 на 10. А ты что хотел? Не понял. Так он запросил 50%, бля. Я говорю, типа... пока, хуйла. Ну чё ты? Ну чё ты? Как у тебя дела? А, привет. Это ты? Привет. Ну да, это я. Чё? Чё ты как? Опять ты, бля. Как ты заебал звонить? Чё ты как там? Чё, как рэп твой? Как там твой рэп, звезда? А? Привет. Привет. Всем привет. Ты должен был сказать, ну чё ты? Ну, я так сказал вообще. Ну чё ты? Где 25%? Хуила! 50. 50. Мы с тобой договорились, что я поставлю баннер с твоим лицом на стрим и всё. Договорились. Давай баннер и всё, и тогда нормально. Ну хорошо. А скажи, а в Дискорде кто сидит? В смысле, кто? Ну, какие люди сидят в Дискорде? Ну, мы с тобой сидим. Не, ну как ты их охарактеризовывал раньше? Никак. Как? Ну, люди? Ты плохо говорил про тех людей, которые сидят в Дискорде. Я говорил тем спеки. А вот это можешь как-нибудь парировать? Что там кому снилось, блин? Хорошо вчера в Дискорде посидели, отлично. Вообще нормально. Что? Ой, блядь, иди нахуй. 90 женщин против двух мужчин? 88. Это какой-то уже... Что-то мне кажется, нас попустят сейчас чуть-чутки.
Ну, надо сражаться до последней капли. А? Ладно, сейчас попрет. Ну да. Зачем так заглатываешь, брат? А потому что он большой. Большой. Понимаешь, большой. А если бы он был маленький? Для звуки, конечно. Я просто хочу сосать его. Ну, побыстрее. Он вкусный, я не могу его пососать, потому что он в рот не помещается. Угу. Как хорошенький, сладенький такой. Слушай, а ничего, если он у меня как бы приподнялся? Пошел ты нахуй! Я Валерка, 54, пошляк. Пошляк, нам машинка нужна. Угу. Да, сейчас это сосу. Да в зомби сейчас дососешь, брат. Я хочу дососать. Все, я взял. Да? 3-4-5-0-D. Вау! Инспектор Гаджет! Спасибо, инспектор Гаджет, братишка. Это старый Уолл Стрича. Привет, мой дорогой. 1250 батуашки. Хуя! 1250. А? Не так, понял, да. Никаких 1250. Ясно! 25% челу не будет вообще нулевик. Понятно? Я тебе сказал, если будешь выпрашивать деньги, да пошел ты тогда нахуй, понял? Привет, Валер. Помоги советом. Привет, меня дружище. Зовут Денис. Сочувствую. 31 год. О, тем под более. Под каблучком жены. Постоянно трачу деньги на подарки ей. Одежда, аксессуары. Все делаю ради нее. Мне уже несколько лет изменяет. Помоги. Деда, смотрю тебя без малости 11 лет. С рокером. Сейчас я их закидал гранатами. Ты меня аппарат застрял. Ой, блядь, родной. Человек убил человека. Помоги, брат. Да, братишка, не серчай. Я сейчас тебя буду поднимать как человека. Не дергайся, пожалуйста. Я не буду больше просить доната, блядь. Ай, блядь. Беда, убили нас. Брат, мне вот нравится то, что ты постоянно развиваешься в стриме. Теперь мы на стримах смотрим шорцы. Люблю тебя. Нет, я посмотрю. Так, ребятня. Саламчики, я вам всем загоняю свой. А хули этот у меня в шворцах? Куда эти шворцах? Особый. Вы подписаны. Чего, блядь? О, блядь. Это когда мы, походу, заходили к нему. Хозяйка пришла. Я себе прикол. Товарищ пи***рах, то есть трич, дебил. Вот это что? Вот это что, еб***о? Я владелец ручки! Позови донаты рекой! Выходил я в ламоду за обувью крутой! Я запрещаю всем употреблять алкогольные напитки. Кто алкоголь выпил, тот... Да-да, Серёг. Сережка сейчас будет. Сейчас болгарку. Я такой сосуд в ламоде заказал. Антисердце, идешь нахуй. А, вот это видео под удаление. Я тебе сказал, вот эту хуйню нахуй, чтоб удалил с канала, иначе бан. Понял? Ты допрыгайся и шаг. Я тебе сказал. Я тебе сказал, ты допрыгайся, понял? Это уже, сука, никуда не годится. А ты не хочешь его в гости пригласить? На разговор серьезный. Да пошел он нахуй! Я с такими не разговариваю, я тебе сказал. С какими? С какими? С такими ты этими, кто себе позволяет вести себя так хуёво. Я тебе сказал. Ну, типа, вести хуёво, это врываться без стука, например? Куда? Ну, хоть куда.
Я тебе еще раз повторяю, если мне что-то не нравится, я напрямую это сказал. Я ему сказал, что, сука, он ведет себя по-хамски. Он вырезает все самое плохое, а самое хорошее остается за кадром. И меня это не впечатляет. Поэтому, уважаемый, нет, неуважаемый, чуть-чуть просто, чуть-чуть уважаемый, капельку иногда за одно видео, которое победное было. Значит, обращаюсь к тебе, ты, Ишак. Либо ты, сука, монтажируешь мои победы, то есть, да. А, вот. Ты рэпа хочешь послушать? Я тебе зачитаю рэпа. Ой, блядь. Программирует это информатика, информационные технологии, программирование, веб-дизайн. Валера, ты знаешь, что сейчас модно выращивать гомункула? Нет. То, что модно, то неинтересно. Потому что, сука, вот эти школьники антисемиты, блядь. Какие школьники антисемиты? Ты че, ебнулся? Потому что ведут себя. Вот это, сука, еще раз повторяю. Информатика вот эта, C++, Drupal, Basic, веб-дизайн, вообще все, что касается интернета, вот это вот создание веб-магазинов, там, да, сайты продаж, там, вот это все маркетплейсов, это все прошлое, уже ничего не нужно никому. Потому что искусственный интеллект просто уничтожил всех программистов. Стал гораздо умнее любого программиста. Даже Павел Воля уже продает свой телеграм. Павел Воля продает свой телеграм? Чё? При чем здесь Павел Воля вообще? Это юморист. Ну как его, вот этот программист? Дуров, что ли? Да, да, Друпов. Я хочу создать свои собственные одноразки под фирмой Волокас. Что? Ебать, да ладно, ты чё? В смысле? Как ты помер, блядь? Чел? Пиздец. Ты главное... Ой, блядь, наконец... Ой, в смысле, зай, ну как так? Ну, понимаешь, поколение уже компьютера, оно не способно обрабатывать те запросы современные. Вот, к примеру, да, взять, допустим, риторику. Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Пум-пум. Батуш? Да. Есть контакт? Да, сука. А что случилось у тебя? Крысу в спину дал мне. Нет, а потом с микрофоном. Ничего, я просто уебендил по нему, он туда динамик влепился. Сейчас нормально вроде. Я вообще удивлен, как он, сука, это переживает.